Bindis peria sopeli tanda tanu probinde ba. Laris chveni sitotsole chiti vid gaguprindeba. Laris chveni sitotsole chiti vid gaguprindeba. Но являются ли баски единственным картвелоязычным народом Древней Испании, или точнее сказать, Древней Иберии? Это вряд ли, тому у нас есть серьезные доказательства, с которыми вы уже могли иметь возможность ознакомиться, посмотрев фильм «Картвельская Испания». И самые важные моменты из которого мы сейчас снова повторим и остановимся на них более подробно. Карты Птолемея существуют порядка 2000 лет. Точнее, сами карты были нарисованы в Средневековье, но нарисованы они были по четким координатам, которые Птолемей оставил в своем атласе, изданном, написанном во втором веке нашей эры. Птолемей оставил неимоверно подробную карту Древней Испании. На ней буквально нет свободного места. Она вся исписана названиями племен, древних племен и названиями древних городов, которые эти племена населяли. Так вот, большое количество этих названий этих племен, особенно в юго-восточной ее части, представляют из себя удивительные конструкции, в которых мы обязаны увидеть картвельские топонимы. Лаетани, Каретани, Бастетани, Турдетани, Церетани, Аутетани, Хакетани, Эдетани, Лобетани. Это еще далеко не все, это только самые известные из древних иберийских племен Пиренейского полуострова. Все эти названия, как мы видим, как это легко сделать, распадаются на две четкие понятные морфемы. Основа, заканчивающаяся на эти, на эд. Мы можем, имеем право дописать туда картвельское окончание именительного падежа суффикс прилагательного «ани». Таким образом, «лаэтани» превращается, если мы это переведем на русский язык, как в «лаэцкий», «каретани» в «карецкий», «бастетани» в «бастецкий» и так далее. Соответственно, выделенная таким образом основа лаэти, карети, бастети, турдети выглядит абсолютно как грузинский топоним, большое количество которых мы знаем по современной карте Грузии. Это и имерети, сванети, джавахети, кахети, даже отдельные такие не очень известные топонимы, как Озургети и тому подобное. Эти – это однозначный и стопроцентный грузинский топонимический суффикс, обозначающий страну корня, страну того, к чему он добавляется. Таким образом, Лаэти превращается в страну Ла, Карети – в страну Кари, Бастети – в страну Басти, Турдети – в страну Турди, Церети – в страну Цери, соответственно, аутети – аути, хакети – хаки, эди и лоби. Таким образом, чтобы доказать, поставить точку, а еще точнее восклицательный знак в вопросе доказательства именно картвельского происхождения этих названий этих древнеиспанских, древнеиберийских племен, мы должны, во-первых, показать, что корень имеет также картвельское происхождение, и более того, мы должны показать, что этот корень имеет такое лексическое значение, которое оправдывает его присутствие в том или ином испанском топониме. И начнем мы с современной Сердании. Сердания – это достаточно большой регион в Пиренеях, на границе приблизительно Испании и Франции. Также в этот регион входит Андорра. И Сердания – это его современное название. Однозначно
несложно понять, несложно убедиться в том, что однозначно это слово выходит, происходит из названия Церетани. Это название мы видим с вами на карте Птолемея. И более того, мы знаем, что слово Церетани на самом деле представляет из себя прилагательное, образованное от топонима Церети. Таким образом, чтобы узнать, что такое Сердания, от какого слова на самом деле происходит это название, мы должны найти в грузинском словаре слово Цери, потому что Церети – это страна Цери, и таким образом мы расшифруем с вами значение слова Церети, от него Церетания, от него Сердания. В словаре у Арианы Чантури слово Цери, от него, кстати, происходит знаменитая фамилия Церетели, которая тоже в себе содержит топоним Церети, означает сноп сена, стог сена, в данном случае ржи, но это не принципиально. Вас покорный слуга специально в свое время отправился в Серданию для того, чтобы, будучи уверенным, что в этом регионе он обязательно встретит большое количество снопов сена. Я был обязан это сделать, и реальность, мои ожидания оправдала сполна. Дело в том, что Сердания, будучи Пиренейским регионом, тем не менее представляет из себя большую широкую равнину внутри Пиренейских гор. И, разумеется, начиная с древних времен, эта равнина была предназначена для того, чтобы снабжать хлебом все окружающие горные регионы. Вот. И таким образом присутствие снопов, стогов сена в этом регионе было естественным, и в реальности это подтвердилось. Каждые 300-400 метров по обе стороны дорог, которые идут через Серданию, вы обязательно будете натыкаться на подобную картину. Таким образом, Церети, получается, страна стогов сена, Церетани – это название жителя из такой страны, и Сердания – это уже современное название этого региона, это уже довольно искаженное производное от оригинала Церетань. Чуть-чуть южнее, опускаясь по карте в направлении Сарагосы, в направлении региона, очень интересного исторического региона Арагон, мы натыкаемся на той же карте Птолемея на название племени Эдетани. По уже упомянутому принципу, по упомянутой модели, мы имеем право выделить из названия Эдетани название непосредственно топонима Эдети, который будет означать страну Эди. Что такое слово Эди непосредственно в грузинском языке, в грузинских словарях не сохранилось, но зато сохранился Маздар. Маздар, для тех, кто не очень хорошо владеет нюансами картвилологии, нюансами грузинского и остальных картвейских языков. Маздар – это очень специфическая часть речи грузинская, которая одновременно обозначает как инфинитив, так и глагольное существительное. Знатокам испанского языка этот феномен известен. Иногда испанский инфинитив точно так же употребляется в значении глагольного существительного. Об этом мы поговорим попозже. Но в данном случае мы видим подобный маздар. У маздаров имеются очень типичные окончания. Эба – один из классических окончаний грузинских маздаров. Имеем в словаре у Арианы Чантурия, имеем маздар Эдеба, который однозначно и несомненно и безусловно происходит от основы Эди, которая не сохранилась. Эдеба, среди прочего, означает еще и «закручиваться вокруг». И в этом месте нам помогает развязать эту лингвистическую загадку вот такой вот словарь, который вы найдете в интернете, и который, в частности, предполагает перевод с грузинского на польский язык.
В этом словаре слово, грузинское слово «эди», которое, как я вам сказал, не присутствует ни в каком другом известных грузинских словарей, но которое должно быть, потому что оно дало нам со временем «маздар эдеба». Так вот, это слово «эди» переводится на польский язык как «водоворот». И мы уже видели, что поскольку глагол «эдеба» означает «закручиваться», то слово «эди» вполне спокойно и логично может передаваться, может обозначать водоворот. Это единственное место, где мы можем встретить грузинское слово «эди», причем в этом необычном для него значении «водоворот». А теперь вспомните, как будет водоворот на английском языке. На английском языке водоворот будет «эди». У него есть и другие значения, но это значение довольно известное, довольно популярное. И этимологии у него тоже не имеется никакой, но в данном случае мы прекрасно видим, откуда растут корни у этого английского языка, у этого английского слова. Какое отношение слово «эди» в значении «водоворот» может иметь к племени Эдетани, которое мы видим, которое Птолемей размещает в провинции Арагон, а точнее он его размещает впритык к знаменитой, можно сказать, даже великой реке Эбро. Дело в том, что именно в этом месте на реке Эбро довольно часто можно встретить водовороты. И чтобы не быть голословным, я вам предлагаю посмотреть современную карту Испании. Именно в этом месте вы увидите небольшой городок, который называется Ремулинос. Именно в том месте, где Птолемей наносит на свою карту название Эдетани. Так вот, Ремулинос с испанского языка как раз и переводится как «водовороты». Достаточно мудреная цепочка, но абсолютно логичная, легитимная, научная и уверенно. Еще один интереснейший топоним, который присутствует на карте Птолемея, это название племени Лаэтани. Он интересен тем, что соединяет, не просто показывает, открывает свое карфельское грузинское происхождение, но еще и связывает воедино Древнюю Италию, Древнюю Испанию. По объяснявшемуся уже принципу, разбираем слово «лаэтани» на «лаэти» плюс «ани». «Лаэти» получается «страна ла». Слово «ла» с двумя «а» в грузинских словарях присутствует только в одном месте. В древнющем словаре Сабе Орбелиани 18 века, в котором, как мы видим, слово «ла» обозначает то же самое, что и слово «лия». Слово «лия» в том же самом словаре обозначает «соплоби талахи», то же самое, что и «грязь болота». Таким образом, «лаэти», от которого мы получили название племени Лаэтани на карте Птолемея, страна Лаэти означает страну болот. Расположены Лаэти на карте Птолемея в Каталонии, в районе непосредственно там, где в дальнейшем возникла Барселона. И на сегодняшний день этот регион известен именно достаточным количеством водоемов. Сегодня они уже являются более искусственного происхождения, но на самом деле это большие резервуары воды, иногда технического, для технических целей, но все они возникли в свое время на абсолютно естественных природных водоемах, и в целом местность вокруг Барселоны всегда считалась сильно заболоченной. Подтверждает важность топонима Лаэтани для Каталонии и для Барселоны знаменитая улица Лаэтана, которую вы найдете в центре Барселоны. Она идет практически параллельно с Рамбла, выходит в район порта. Эта улица названа именно в честь племени Лаэтани, которые жили в стране Лаэти, в стране болот. Какова же связь этого топонима с Италией? Дело в том, что итальянский Лацио, это знаменитая историческая местность вокруг Рима, она на древнелатинском языке писалась через букву «Т». И там присутствовало, вы найдете в некоторых источниках исторических, вы найдете
Это название написано в виде лаэти. То есть, если мы будем рассматривать и этот топоним как картвелизм, к чему у нас есть все основания, об этом разговор впереди, разговор об Италии, то мы придем к такому же выводу, что Лацио точно так же является страной болот. Находится Лацио посреди исторического региона, который называется Палуди-Понтини. И для тех, кто знает, знаком с итальянским языком, Палуди-Понтини обозначает именно большое болото. Есть вот такое интересное название на карте Птолемея. Он назвал это племя Эротани. Но у нас есть основания подозревать, что здесь он сделал небольшую ошибку. Он перепутал местами две гласные. На самом деле племя, которое здесь проживало традиционно, это древнеиберийское племя, оно называлось Оретани. И это считается одним из главных исторических археологических центров археологических раскопок, посвященных теме Древней Иберии в Испании. Находится это место так и называется Орето, находится оно чуть-чуть южнее города Сьюдад-Реаль, в районе Гранатула де Калатрава. Кстати, родовое гнездо Педро Альмодовара. И вот недалеко от него находится вот этот вот комплекс археологических раскопок, посвященных древнему народу Оретани. С какой стати народ Оретани называется именно так? То есть мы можем выделить из него название топонима Орети по тому же принципу, что и в предыдущих случаях. Так вот, слово «орети», мы уже встречали этот корень в названии «пико де ори». Слово «орети» означает «страну двух», потому что «ори», ну, не означает, оно может быть переведено с грузинского языка как «страна двух», потому что «ори» по-грузински – это «два». Сделав такой вывод еще дома, в рамках кабинетного исследования, я отправился в свое время в Гранатула де Калатрава, чтобы посмотреть прямо на месте этого местечка Орето, можно ли было, есть ли смысл назвать это место местом двух. Можно. Дело в том, что вот непосредственно само место раскопок находится в расположено таким образом, что с двух сторон его окружают два холма. Словом «гора» назвать их, наверное, будет неправильно, но с другой стороны мы не знаем, каких размеров эти холмы были раньше. Вполне возможно, со временем они уменьшили их в размерах. Но то, что местечко Орето находится ровно посередине этих двух холмов, это факт. И таким образом, это оправдывает название Орети как страну двух, и читается, расшифровывается это слово исключительно с точки зрения грузинского языка. Ни с какого другого языка, начиная с испанского, это название не расшифровывается никак. А теперь, возможно, самая большая тайна, одна из самых больших тайн древней истории, в частности, возможно, самая большая тайна истории Древней Испании, это древний город Тортес, мифический город, который, остатков которого никто пока не обнаружил, но который у нас зафиксирован в истории Геродота. Геродот достаточно подробно рассказывает о Южной Испании, о путешествиях как финикийцев, так и греков, фокейцев в эти края, о том, как они здесь общались с местным царем Аргантониусом. Вот. И с тех пор, на протяжении 2500 лет, ученые всего мира пытались найти и объяснить миру, что такое Тортес. Во-первых, что это за название, что это за место, что это за город, где он находился. Наука историческая лингвистика на самом деле практически не существует, потому что на протяжении
последних 2000 лет огромное количество ненаучных вещей, а может быть даже антинаучных вещей, завело этимологов и людей, которые пытаются раскопать корни тех или иных слов, понятий, выражений, топонимов и даже корни целых языков, они были заведены в тупик теми ужасными ошибками, тенденциями, которые носят очень ненаучный характер, которые очень вредят выявлению истины, выявлению правды в теме исторической лингвистики. Но, тем не менее, они имели место. И поэтому каждый рассказ на тему исторической лингвистики должен начинаться с напоминания о некоторых, о целом ряде аксиом, которые нужно учитывать, прежде чем приниматься за какое бы то ни было исследование в области исторической лингвистики. Так вот, к таким аксиомам относится, например, проблема ипсилона. Как вы знаете, это буква из греческого алфавита, из древнегреческого алфавита, которая в древнегреческом алфавите читалась абсолютно не так, как она читается сегодня в новогреческом языке. Это буква, которая была заимствована ошибочно, с неправильным произношением была заимствована в свое время в латынь, и уже в этом исковерканном варианте спустя века вернулась, как ни странно, в греческий язык, откуда она, собственно, в свое время и отправилась в латынь. Вот. Изначально в древнегреческом языке это был звук «у», в латыни он был заимствован как звук «и», непонятно почему, и в новогреческом сегодня присутствует снова же как звук «и». Но для всех, кто хочет докопаться до истинной этимологии огромного количества слов, названий и топонимов, должен помнить, что не только греческий «ипсилон», но также и латинский «y» и английское «y», а и даже обычное латинское «i» или английское «i», как минимум в 50% случаев, должны восприниматься и трактоваться нами изначально как звук «у», иначе мы будем идти изначально в неправильном направлении. То есть это теорема, аксиома «ипсилона». «Ипсилон» на самом деле это даже не «ипсилон», на самом деле эта буква была, называлась «упсилон». Но очень мало кто помнит о том, что с ней произошло на пути ее заимствования из греческого алфавита в латинский. И, соответственно, очень мало кто учитывает те ошибки, к которым это заимствование, неправильное исковерканное заимствование привело. Это первая аксиома, которую нам все должны помнить. Вторая аксиома – это необходимость учитывать особенности греческих диалектов. Дело в том, что мы имеем как минимум два основных греческих диалекта, назовем их условно аттический и ионический, хотя к аттическому в этом смысле относится также и дорийский, а к ионическому и иолийский, но принципиальным здесь является то, что эти два диалекта по-разному трактуют букву «Т» в таких словах, как, например, популярных словах, как «тесара», что по-гречески означает «четыре», или, например, слово «таласа», что в греческом языке обозначает «море». Так вот, если в ионическом и в иолийском вариантах, диалектах эти слова произносятся как «тесара» и «таласа», а язык, например, будет на этих диалектах будет глосса, то в аттическом диалекте и в диалекте дорийском те же самые слова имеют другое произношение. Они произносятся и пишутся талатта, тетара и глотта. То есть имеем абсолютно легитимное чередование «т» и «с» внутри древнегреческого языка, который мы просто обязаны учитывать в наших исследованиях на тему исторической лингвистики. Что нам это дает? Это нам дает возможность, например, правильно прочитать название окончания «с», «е» с двумя «с», плюс еще, если еще добавить к этому окончание именительного падежа древнегреческого языка, мы получим окончание «эсос», правильно его интерпретировать с точки зрения его этимологии. Например, название города Одесса, об этом будет разговор в дальнейшем, по-гречески писалось как «Одессос». Отбросив
за ненужностью окончания именительного падежа «ос», мы остаемся с основой «одес». Основу «одес» по объясненному только что принципу деления греческого языка на два диалекта мы имеем право прочитать как «одет». Добавим картвельское окончание именительного падежа «и», мы получим абсолютно картвельский топоним «одети», чем название «одесса» на самом деле и являлось. Это картвельский топоним «одети», но разговор о нем впереди. Таким образом, «тартес» – это древний мифический город юга Испании, который Геродот располагал где-то в районе Кадиса. Слово «тартес» мы имеем право прочитать как «тартет», и добавим его грузинское окончание «и», получим топоним «тартети» – «страна Тарти». Что такое «тартети» мы видим в словаре Арианы Чантурия, который слово «тарти» переводит как «осетр». Ну, на самом деле это севрюга, но разница не принципиальна. В древние времена такой серьезной классификации рыб наверняка никто не занимался. То есть имеем полное право трактовать слово «тарти» как просто «осетр». Осетр действительно был популярной рыбой в древнее время в тех местах, причем осетр именно морской. В местах впадения Гвадалькивира в Атлантический океан. В древности Гвадалькивир назывался, как мы все знаем прекрасно, словом «бетис». Вот в том месте, где «бетис» впадал в Атлантический океан, там водилось много осетра, и там, в том месте располагался древний «тартес», мифический «тартес», который, наверное, есть смысл называть более правильно словом «тартет» или «тартети». О том, что эта рыба присутствует в этих краях, вернее, о том, что она спустя 3000 лет снова вернулась в эти места, мы можем узнать в одной из статей, которые были 5 лет назад, которая была 5 лет назад, написана в одной из местных испанских газет. «Осетр Гвадалькивира. Рыба вернулась в местные воды». Если это не развеяло чьи бы то ни было сомнения, можете пройти по этой ссылке и ознакомиться с подобной информацией. В том же самом году была написана другая статья, которая подтверждает, что осетр вернулся в воды Гвадалькивира, в место, где Гвадалькивир впадает в Атлантический океан. Называется это место Сан-Лукар де Барамеда. Я сам был в этих краях и спрашивал у местных рыбаков, пытался подтвердить эту информацию. Да, все они подтвердили, что осетр сегодня присутствует в этих водах. Что же касается древности, то осетровое мясо в качестве ингредиента для местных салатов было зафиксировано в Кадисе целым рядом древних греческих писателей. Для тех, кто хочет заниматься серьезной исторической лингвистикой, и те, кто уверены, что картвельская языковая семья является источником для достаточно большого, для огромного количества мировых слов и топонимов, тот должен иметь хотя бы базовое представление о том, что из себя представляет картвельская морфология. Речь идет о суффиксах, приставках и о всех всевозможных комбинациях. Так вот, одной из фундаментальнейших грузинских морфологических конструкций является абстрактная конструкция, при помощи которой мы строим абстрактные существительные, обозначающие место того, чего бы то ни было. Например, если по-грузински «цхени» будет лошадь, то «сацхени», соответственно, мы добавляем впереди приставку «са» и окончание «э». «Сацхени» – это будет либо конюшня, либо там, где лошадь, место выпаса лошадей. Существует даже такое название села в Грузии – «сацхени». Там, где водятся лошади. Если какое-то село специализируется на выращивании чеснока, то такое село будет уместно назвать «саньоре». «Ньори» по-грузински «чеснок», «саньоре» – место, где выращивается чеснок. Отсюда из огромного количества других примеров мы видим, что приставка «са»
свидетельствует, это очень топонимическая приставка, приставка, это грузинская приставка, эта приставка свидетельствует о грузинском, картвельском происхождении того или иного топонима в любой части земного мира, земного шара. И в частности, в Испании мы можем найти целый ряд слов, которые начинаются на «са». Испанцы не знали, что «са» здесь нужно считать приставкой, они пытались расшифровать. Они всегда трактовали эти названия как начинающиеся с корня. Вот, но убрав приставку, мы таким образом попадаем в целом ряде случаев, мы попадаем на очень интересные корни, которые помогают нам расшифровать значение того или иного топонима. В частности, в Испании существует шикарная пара двух маленьких городков, которые очень маленьких городков, которые находятся приблизительно на расстоянии 200 километров друг от друга. Находятся они в районе Бургаса. Один из них называется Сасамон, второй из них называется Сасуар. Начальная Z пусть вас тоже не смущает. Мы имеем по целому ряду морфологических правил испанского языка. Мы имеем право на абсолютно легитимную замену в данном случае сына буквы Z на S латинскую. Так вот, в данном случае мы имеем право, отбросив эти две приставки, мы попадаем на соответствующие корни самон и суар. Потрясающе, но в одном из достаточно редких словарей грузинского языка слово самони мы видим как в значении толстый, толстый, жирный. Мсукани. В словаре у Нико Чубинашвили мы находим слово корень суар, это название второго городка, в значении худой. Таким образом, сасамон – место худых, место толстых, сасуар – место худых. И эти два городка находятся относительно недалеко друг от друга, так, чтобы эти два названия мог дать кто-то, какой-то один общий для этих двух городков сосед. Эту же самую приставку «са», грузинскую приставку, мы имеем право попытаться увидеть в названии древней Сарагосы. Альтернативное название, кстати, пишется через букву «с», а не через букву «сета». Так вот, дело в том, что отбросив эту приставку, мы неожиданно попадаем на корень «араго» внутри слова «Сарагоса». А вы знаете, что Сарагоса как раз является столицей древней провинции под названием Арагон или Араго, если это взять на каталанском языке. Так это или является ли здесь са приставкой, судить вам, но по крайней мере слово Араго в качестве корня здесь выглядит абсолютно естественным и приемлемым. Еще один крайне интересный небольшой городок, чуть-чуть находится немножко дальше от Бургаса, чем Сасамон, в том же направлении. Называется этот город Саагун. Ача посередине в испанском языке не читается. Более того, в данном случае мы можем ее считать разделительной согласной, которая отделяет картвельскую приставку Са от древнего корня Агун. Таким образом, если мы воспримем это как картвельскую конструкцию, то слово «саагун» мы имеем право интерпретировать как «страну агун» или «страну агуны». Агуна в Древней Грузии, в Западной Грузии считался богом виноделия. Таким образом, если мы посчитаем, что здесь слово «агун» является тем же самым корнем, той же самой основой, то мы имеем право трактовать топоним целиком как место агуны, или, если это бог, место поклонения агуне. Чтобы убедиться, что такая версия имеет право на существование, мы должны проверить, имеет ли городок Саагун отношение к виноделию. Вот. На этой ссылке здесь хорошо видно и название, и адрес в интернете. Вы можете увидеть статью, в которой город Саагун назван
называется напрямую колыбелью испанского виноделия. Поэтому упоминание бога Агуны, грузинского бога Агуны в сочетании с грузинской топонимической приставкой «са» здесь выглядит более чем логично, более чем уместно. Тем более, что никакого другого толкования у названия «Саагун» никогда не было. Еще два очень интересных племени мы находим на карте Птолемея. Араваки и Вакей. Приставка «ар» или «ара», у нее есть два варианта в грузинском языке, означает «не». В данном случае, если племя было названо Араваки, можно считать, что можно перевести, что это племя в русской интерпретации называется «не Ваки». В том случае, если рядом были бы какие-то Ваки, то это племя можно было бы назвать, в отличие от них, «не Ваки», ссылаясь на их соседей. Так вот, Ваки действительно находятся на карте Птолемея рядом по соседству с Араваками. И более того, они не совсем Ваки с точки зрения того, что у нас тут у Птолемея написано. Мы обязаны прочитать название этого племени как Вакеи. И более того, именно под таким названием оно занесено в мировых учебниках по истории. Так вот, слово Вакеи, которое происходит от грузинского слова «ваки» – «равнина», является прилагательным, в котором по традиции мегрецкого языка выпало согласно «л». Изначально прилагательное выглядело как «вакели», но с выпавшей, абсолютно легитимно выпавшей согласно «л» превратилось в «вакей». Вакеи, таким образом, получается, жители равнины. Находятся они абсолютно на территории равнины, это на равнинной территории, это центральная Испания. И мы имеем по соседству два племени Ваки и Неваки, то есть Араваки, если их трактовать с грузинской точки зрения. Очень интересный городок, небольшой, находится в окрестностях Валенсии, километров 30, называется он Гаварда. Мало того, что слово выглядит очень сильно по-грузински, и вот даже приведен пример из грузинского словаря, где слово «габардва» переводится как нечто заросшее растительностью. Вот. Но даже не принципиально, нам не принципиально это соответствие в грузинском словаре. Дело в том, что слово «гаварда» необъяснимым образом присутствует в реально существующей грузинской фамилии Гавардашвили. И объяснить фамилию Гавардашвили, а Швили, как вы знаете, это рожденный, можно только в том смысле, что человек был либо рожден Гавардой, либо был рожден в Гаварде. Таким образом, Гаварда у нас имеется в качестве топонима только здесь, только в Испании. Таким образом, эта грузинская фамилия имеет явное испанское происхождение. И эта фамилия не единственная. В дальнейшем мы с вами посмотрим, таких фамилий огромное количество на самом деле. Параллельно у нас существует еще и слово «габарда» в испанском языке, которое переводится как «шиповник», и оно параллельно точно так же соответствует грузинскому слову «габардва», которое обозначает «зарастать растительностью». Испанское слово «гранада» имеет в словаре марокканского арабского языка имеет альтернативное написание «герната». Это написание гораздо более интересно для этимологического трактования. Дело в том, что суффикс «ад» в этом слове и в большом количестве ему подобных – это мегрело-лаский эквивалент уже упоминавшегося грузинского топонимического суффикса «эд». То есть страна Кахети или провинция грузинская Кахети с точки зрения мегрецкого языка или ласкового языка будет писаться и произноситься как Кахати, Имерети, Имерати, Сванети, Сванати и так далее. Это зафиксированный факт, который зафиксирован, во-первых, в этимологическом словаре Климова, на который все очень любят ссылаться, а сам Климов при этом ссылается ни на кого другого, как на Нико Мара, самого большого авторитета в области картвелистики и картвелизма на сегодняшний день. Таким образом, суффикс «ад», где бы вы его не увидели, особенно если речь идет о топонимах, означает
страну корня, страну того, к чему он добавляется. В данном случае ад добавляется к основе герн, которая со своей стороны, слово герни, является старогрузинским множественным числом от корня гери. Мы знаем, что суффикс «н», об этом можно также подчеркнуть знание в этимологическом словаре Климова, суффикс «н» является суффиксом множественного числа в древнегрузинском языке. Слово «гери», как мы видим в мегрельском словаре, слово «гери» означает то же самое, что у грузинов означает «мгели». «Мгели», как известно, это волк. Таким образом, «гери» – это волк, «герни» – это волки, «герната» – это страна волков. Гранада расположена именно в той части, где у нас ядро популяции, где самый насыщенный ареал проживания знаменитого иберийского волка. В продолжение рыбной темы у нас рыба тарти фигурировала в названии слова тартес. Между прочим, тот же самый корень тарти в значении осетр будет нами в дальнейшем применен для расшифровки названия татария, а также топонима тартарус в Италии. Вот. Но рыбная тема на этом не заканчивается. Испанская Мурсия, а с точки зрения раннего латинского языка мы имеем право прочитать название, это же самое название мы имеем право прочитать как Мурца, Мурция или Мурца, полностью соответствует грузинскому слову Мурца, как мы видим в словаре Арианы Чентурия, где оно обозначает рыбу усача. Барбел по-английски или барбо по-испански. Мало того, что эта рыба присутствует в реке Сегура, которая течет через реку Мурсия, так этой рыбе еще в самой реке установлен памятник. Аналогично мы видим параллель между грузинским словом «тарагана», которое обозначает «стерлядь», известная морская рыба, и названием древнего испанского города Тарагона. Ну, здесь можете верить, можете не принимать во внимание, но поскольку мы уже говорим комплексно на рыбную тему, здесь, конечно, может речь идти и о совпадении, но не упомянуть об этой паре мы тоже не имеем права. Древнее название города Памплона, это, как вы знаете, один из ключевых баских городов, который сами баски называют словом Ирун. Древнее название, вы найдете об этом информацию в всевозможных источниках, древнее название, один из вариантов названия города Памплона, это Помплона через букву О. Зная о том, что окончание «она» является типичным окончанием для топонима в ласком языке, сами лазы называют свою страну «лазона», мы имеем право выделить в названии «помплона», мы можем выделить корень «помпл», прилагательное «помпли» от корня «помп». В сванском языке слово «помп» обозначало «густо обрасти листьями». Таким образом, «помплона» – это нечто, некий топоним, который густо обросший лесами, листьями и так далее. В северной же Испании мы можем увидеть целый ряд любопытных топонимов, которые однозначно имеют отношение к древним иберам, говорившим на языках картвейской языковой семьи. В частности, небольшой городок Бернедо мы имеем право трактовать как Бернети, соответственно, страну Берни, а Берни – множественное число от корня Бери. Тот же самый корень мы видим в названии пригорода Памплоны Бериаин, который, если переписать с баскского языка на испанский, превращается в прилагательное Бериани, Бериано, а в переложении на грузинский язык Бериани и тоже имеет отношение к корню Бери. Недалеко от Бернедо находился древний городок Алуба, который нам тоже будет нужен в дальнейшем, имеет очень важное значение для нашего исследования. Так вот, там же было размещено древнее племя Берони, Плинием, если я не ошибаюсь, которое тоже трактуется как имеющее отношение к Бери.
В Албании мы находим топоним «берат», в котором мы уже видим знакомый нам суффикс «ат» и добавленный тоже к корню «бери». И точно так же французское слово «овернь», которое в древности называлось город Овернь, в котором было размещалось древнее племя Арверни, которое через призму картвельского языка мы можем разбить на Арверни, Ар отрицательная приставка плюс Верни множественное число на Вери, и мы приходим к выводу, что вся эта территория Северной Испании, Южной и Центральной Франции населялась племенем, которое имело в своем корне имело слово «бери». И переводится это слово «берис», у него достаточно много значений в грузинском языке, но самое удобное значение для нас в данном случае – это значение «старый». Предлагаю сравнить это название с названием племени древляне на территории Древней Украины, о котором будет в дальнейшем очень интересный рассказ. Очень большое количество испанских топонимов на сегодняшней карте Испании начинается с таинственного корня «гуадаль». Это и «Гуадалахара», и «Гуадалькивир», и даже «Гуадальканал» в Тихом океане. Традиционно считается, что это арабский корень, но так ли это, имеется у нас для этого достаточно большие сомнения. Дело в том, что в мигрейском словаре Аутари Каджа присутствует шикарное слово «гуадали», которое переводится, имеет достаточно сложный перевод, но в целом его можно перевести как «медленно бежать», «медленно течь», «медленно бежать», «медленно двигаться». Как минимум к Гвадалькивиру, к абсолютно медленно текущей реке, древнему Бетису, это описание подходит замечательно. Целый ряд испанских названий испанских провинций, которые не имеют четкой интерпретации, мы уже сегодня говорили об Андалусии, получают эту трактовку, причем достаточно прозрачную, если посмотреть на него с точки зрения грузинского языка и языков картвельской языковой семьи. Например, Астурия, потрясающая, замечательная провинция севера Испании, любимое место отдыха всех испанцев. Название этой провинции, как считается, происходит от названия реки Астура, которая течет в этих местах, и которая имеет своим корнем слово «стур». Начальную «а» мы имеем право трактовать как определенный артикль, об этом речь пойдет дальше, более подробно. Этот определенный артикль, начальная «а» в качестве определенного артикля зафиксирована, в частности, в этимологическом словаре у Климова, как указательное местоимение в языках картвельской языковой семьи, а указательное местоимение, как мы знаем, или если не знаем, то должны знать, это и есть определенный артикль, это суть его, как части речи. Так вот, в данном случае мы имеем право трактовать начальную «а», как впрочем, во всех остальных случаях, мы имеем право трактовать начальную «а» как определенный артикль. Таким образом, слово «стур», и, между прочим, современные этимологи проводят параллель между рекой Астура и рекой Стур, которая течет в Англии. Это лишний раз подтверждает, что основой или корнем в этом слове мы действительно должны имеем право считать слово «стур» или «стури», если это по-грузински. По-грузински слово «стури» будет являться причастием, глагольным прилагательным от корня «ства», который в грузинском же словаре обозначает «крутиться». Таким образом, «стури» будет «крутящийся», и если речь идет о реке, то словом «стури» будет называться река, в которой имеются водовороты. Река Астура – это древнее название этой реки. Сегодня эта река носит название Эсла. Так вот, в районе недалеко от города Леон мы имеем официальное место, которое называется Сальто-дель-Молино, которое характерно достаточно большим количеством водоворотов. Поэтому реку Эсла, она же река Астура, мы имеем право считать рекой водоворотов, что отражено в названии как реки Астура, так и всей провинции Астурия. Корень здесь будет грузинский глагол «ства».
Про провинцию Андалусия мы уже говорили, к грузинским языкам напрямую отношения оно не имеет, но трактуется только с точки зрения баскского языка. А Андалусия – это южная провинция, баскского языка, казалось бы, здесь никогда не было. Нет, неправда, он здесь был, и на нем, на языке, либо на баском языке, либо на языках родственных, очень близко родственных баскскому языку, говорила вся древняя Испания. Собственно, эти языки составляли из себя, если так можно сказать, перенесение под семью картвельской глобальной семьи языков. Еще одна замечательная соседняя с Астурией провинция, древняя провинция Испании, называется Кантабрия. Ну, во-первых, мы видим, что как минимум в одном историческом источнике название писалось через букву «э» – «Кантебр», а не «Кантабр». И это нам позволяет, дает возможность перебросить, мгновенно перебросить мостик в грузинский язык, в котором суффикс «эбр» является достаточно фундаментальным, достаточно типичным, и он обозначает подобие. То есть «кантебр» будет означать «подобный канти». Кто такие канти, мы не знаем, но мы можем догадаться из того же словаря Арианы Чентурия, грузинского языка. Мы видим, что прилагательное «кантиели», образованное от корня «канти», обозначает наглый, бессовестный, чем, собственно, древние кантабры и были известны. Это такие прилагательные достаточно четко и точно характеризуют древних кантабров, если судить по историческим источникам. Но самого слова «канти» в современных словарях грузинских языков и других картвельских языков мы не находим. Это потрясающий пример. Речь идет о соседней с Испанией стране Португалии и о абсолютно неожиданном происхождении названия этой страны, этого названия. Дело в том, что в словаре грузинского языка слово «портохали» или «портохли» обозначает апельсин. В другом источнике мы видим, что Португалия не только может иметь право считаться одним из центров культивирования апельсинов. Дело в том, что апельсин сладкий или апельсин настоящий, как мы видим, имеет альтернативное название португальский апельсин. Поэтому ассоциация апельсина с Португалией абсолютно однозначна и не вызывает никаких сомнений. Но и слово «портохали» с точки зрения его звучания, разумеется, тоже обязано иметь отношение к названию Португалия. Таким образом, нам единственное, что нам осталось, нам нужно расшифровать слово «портохали» с точки зрения, разбить его на грузинские морфемы, расшифровать с грузинской точки зрения, мы поймем, почему страна Португалия была названа именно этим словом и почему это слово именно грузинское. Дело в том, что слово «портохали» разбивается на два прекрасных корня. Корень «форе», который, как мы видим, означает одну из разновидностей «айвы». И это слово нам в дальнейшем будет необходимо для истинной этимологии слова «форель». Слово «форе» обозначало «айву», а слово «тохли» или «тохали» в том же словаре грузинского языка обозначает еду или чуть более грубо жратву. Но происходит при этом от чисто грузинского слова, несмотря на то, что у нас тут стоит ссылка на еврейский язык как на источник, ничего подобного слова «тохли» происходит от грузинского же слова «тохи», «мотыга». Таким образом, «тохли» абсолютно доморфемный перевод будет «намотыженное», то есть то, что было добыто при помощи мотыги, то, что можно есть. Именно поэтому называется словом «еда». Почему же эта еда и носит впереди прилагательное «форе»? Да потому что айва, особенно в ее сваренном виде, и уж как минимум, наверное, 100% этот конкретный вид айвы, о котором идет речь, имеет ярко насыщенный оранжевый цвет. Именно по этой причине оранжевое или красное мясо морской форели тоже было проассоциировано в свое время с айвой. Почему айва? Наверняка потому, что это был единственный натуральный источник, единственное
ассоциация, которую имели древние картвелы, древние грузины с оранжевым цветом. Вот. Таким образом, портохали дословно это оранжевая жратва, оранжевая еда. С одной стороны, это апельсин, полностью соответствует, он оранжевый, и это еда. С другой стороны, апельсин имеет прямое отношение к Португалии, и мы получаем название Португалия. Какие бы вы ни слышали этимологии до сих пор для этого названия, истинной этимологией названия Португалия является два грузинских слова – форе и тохали. Что же касается самой Испании, и есть возможность трактовать название и этой страны из грузинского языка, но нам нужно его немножко причесать. Во-первых, нам нужно убрать стартовое «э». Стартовое «э», кто знает испанский язык, то знает, что если слова были заимствованы, и они начинаются с двух согласных типа «ст» или «сп», то в этом случае к ним вначале обязательно будет добавлено, для удобства произношения местными людьми, будет добавлено гласное «э». Именно поэтому статистика по-испански «эстадистика», «стратегия», «эстратегия» и так далее. В подтверждение того, что в слове «Испания» стартовое «э» и стартовое гласное лишнее, в подтверждение, во-первых, английское слово «Spain», а еще лучше итальянское название этой страны «Спания». И вот именно итальянское слово «Спания» и есть смысл трактовать с точки зрения картвельских языков. Конечную «а» мы опять же отбрасываем в качестве определенного артикля. У того же Климова вы увидите, что определенным артиклем, вернее, указательным местоимением, которое является определенным артиклем, он считает не только стартовую, но и конечную «а» в картвельских языках. Поэтому мы остаемся, то есть расшифровать нам осталось основу «спани». «Н», как мы уже говорили, это древнегрузинский суффикс множественного числа, а «спа» – это армия или войска. Таким образом, «спани» дословно будет войска или армии во множественном числе. Конечное «а» – это все равно, что добавить впереди определенный артикль «д». Теперь нужно раз и навсегда разобраться с понятием «иберия» и «иберы». Что оно означает изначально и какое отношение оно имеет к картвельской семье языков. Дело в том, что в баском языке существует слово, которое, наверное, мы обязаны считать ключевым, самым фундаментальным в поисках этимологии для слова «Иберия» и для слова «Иберы». Это слово «Ибар», которое присутствует в популярной фамилии Ибарра, и само по себе слово «Ибар» переводится как «долина», «долина реки». Если мы снова же взглянем на это слово сквозь призму картвельской языковой семьи, то мы вынуждены будем признать, что это слово заканчивается на сванский топонимический суффикс «ар», он же сванский суффикс множественного числа. И отбросив этот суффикс, мы попадаем на корень «иби». И если словом «ибар» баски называют долину, то слово «иб», тот факт, что мы добавляем суффикс «ар» к корню «и», будет означать, что долина – это место «иби». Место «иб» или место, чтобы оно не обозначало. Поскольку долина – это место, где течет река, то мы имеем право предположить, что корень «иб» должен иметь отношение в баском, а также в картвельских языках к реке или к воде. Так оно и оказалось на самом деле, что подтвердило, что догадка это правильная. Слово «ибай» в баском языке обозначает реку, слово «иби» в баском языке обозначает ручей. В то же самое время в словаре мегрецкого языка мы находим слово «иба», оно же слово «иуба» и оно же слово «луба», которое нам будет очень-очень нужно в дальнейшем. На грузинский язык слово «иба» с мегрецкого переводится как «убе». Соответственно, уже в словаре грузинского языка мы находим одно из значений для слова «убе» – это «залив». То есть снова то, что имеет отношение к воде. Таким образом, «иберы» – это люди, которые живут в долине. Люди, которые живут в долине
реки. И словом «иберы» мы имеем право называть речных людей по территории всего Древнего мира, где бы мы этот или подобный топоним не встречали. А встречать мы его будем в большом количестве мест, как в Центральной Европе, так и на Ближнем Востоке. Есть версия о том, что название «еврей» означает то же самое, что название «еврей» и «ибер» означают одну и ту же вещь. И я склонен считать, что это действительно так и есть. Кроме того, мы найдем очень интересные, встретим очень в интересном месте еще один топоним с этим же корнем, с корнем ибер, и место это будет Украина. Но это чуть-чуть попозже. Итого, иберы – жители долины. Иберия – страна рек, страна долин. От топонимов переходим теперь к простым испанским словам. Можем сделать вывод, что испанские, что не только баскские слова имеют прямое отношение к арцистской языковой семье, но и так называемые индоевропейские испанские слова тоже корнями находятся там же, в арцистской языковой семье. Начинаем с союза «и», соединительный союз «и». Он в испанском языке совпадает с русским языком, и вместе они совпадают с сванским языком, где союз «и» произносится точно так же «и». В том же сванском словаре «Карпеза Дондуа», очень хороший словарь, всем рекомендую, мы находим шикарное указательное местоимение «ал», которое раньше имело вид «але». У него более развернутый есть вариант, из которого проходит «ал». Но мы все помним прекрасно, что «аль» – это указательное местоимение, то есть определенный артикль в арабском языке. И более того, из арабского языка, как нам сказали, вроде бы этот артикль перешел в испанский язык, где определенный артикль для мужского рода известен как «эль». Вот вам, пожалуйста, этимология для целой семьи определенных артиклей, они же указательные местоимения, что в арабском, что в испанском языке. Все они корнями находятся в карцистской языковой семье, происходят от сванского слова «але» в значении самостоятельного указательного местоимения. По-испански «я» будет «йо», но в косвенных падежах это будет «мэ» или «ми». По-грузински, кто еще не знает, «я» – это «мэ». По-грузински «ак» – это «здесь», по-испански «аки» – это «здесь». По-грузински «амо» – это «приятный». Это слово мы видим сразу в двух фундаментальных испанских, и не просто испанских, вообще латинских словах. Это «amor» – «любовь», и это «amigo» – «друг». И то, и другое происходит от грузинского корня «amo» – «приятный». А если мы к корню «amo» или «ami» добавим отрицательную приставку «ar», мы уже знаем, что это грузинская отрицательная приставка, «arami» или «army», то мы получим слово «неприятный» или «неприятный», или же слово «армия». Очень интересная цепочка, связанная с грузинским словом «натели» или «натли», которое переводится как «свет». Для начала мы видим, что у нас при помощи уже упоминавшейся приставки абстрактного характера и корня «над» мы можем сделать газовую лампу. У нас получится «санати». И, соответственно, уже производной от «санати» будет «санатели» или «сантели». Что переводится на русский язык как «свеча», но нас интересует не столько русский язык, сколько испанская «кандела» – «свеча» или английская «candle». И то, и другое происходит от грузинского слова «сантели» в том же значении. Каким образом «са» превратилась в «ка» – это тоже достаточно известный феномен. Дело в том, что на заре возникновения латинского языка
достаточно часто буква «С» воспринималась как, воспринималась, читалась как «С», как звук «С», передавала звук «С». Фундаментальный, речь идет о фундаментальном испанском глаголе «понер», который напрямую выходит из мигрецкого «маздара», мигрецкого глагола «понуа». И там корнем является «пон». «Понуа» по-мигрецки обозначает то же самое, что у грузинов означает «урдноба». «Урдноба» или «урдеба» – это прислоняться, подпирать, чтобы это ни было. «Понер», как мы знаем по-испански, это «класть» или «ставить», что достаточно пересекается с этими грузинскими значениями. Никакого другого объяснения глагола «понер» вы до сих пор не слышали и не услышите. По-свански глагол «тир» обозначает «тащить», «волочить». Испанское «тирар», в котором корнем точно так же является «тир», обозначает то же самое «тащить», «волочить». Ненадолго уберем детей от экранов, потому что речь идет об испанском глаголе «ходер», обозначающем сексуальные отношения, среди прочего. Так вот, слово «ходер» и слово «ходуа», «ходуа» – это мигрецкий глагол, и там, это абсолютно одно и то же практически, потому что корнем является «ход» и там, и у того, и у другого слова есть свои специфические окончания инфинитивной формы глагола. Так вот, мигрецкая «ходуа» – это то же самое, что и испанская «ходер». Сванское, снова сванское слово из словаря «карпеза дондуа» – слово «квит». «Квит» – это то же самое, что по-грузински «курди», то есть «вор». Если мы запишем слово «квит» в испанской транслитерации, мы получим и добавим окончание «ар» неопределенной формы глагола, мы получим глагол «китар». Одно из значений слова «китар» на испанском языке – это обокрасть. По-грузински «сихварули», как известно, это «любовь». И, как снова же известно тем, кто разбирается в грузинской морфологии, корнем здесь выступает достаточно таинственное слово «квар», «квар» или «квари». Снова же, если мы запишем корень «квар» в латинской транскрипции, мы получим нечто крайне близкое к глаголу «керер», который по-испански, как мы знаем, означает «любить». Снова возвращаемся к теме воровства. Грузинское слово «арбева» обозначает на английский язык, в частности, переводится словом «ravaging», что тоже обозначает грабеж. Корнем в слове «арбева» является «арб», в котором, разумеется, когда-то была гласная, потом в дальнейшем выпавшая. Какая это была гласная, нам становится понятно из английского языка, где словом «rob» мы используем для передачи значения «грабить», «воровать». Замечательная этимология для сразу двух глаголов, испанского «бебер» и латинского «бибер». Оба они происходят от сванского глагола «биб», который обозначает «проливать». «Бибер» и «бебер», как мы знаем по-испански, по-латински, это «пить». По-свански, словарь «карпеза дондуа», снова же, «манда» – это желание, воля. «Мандар», соответственно, по-испански, это, среди прочего, «командовать». Даже самые, возвращаясь к теме, между прочим, списков сводыша, в которых сам сводыш не имеет ни малейшего понятия, не имел ни малейшего понятия о том, что достаточно большой процент слов, которые он приводит как самые общие употребители индоевропейские слова, на самом деле имеют абсолютно не индоевропейское происхождение, не индоевропейскую этимологию, в данном случае картвельскую, разумеется. Потому что даже такой наифундаментальнейший глагол, как «эссере», латинский глагол «эссере» в значении «быть», от которого мы получаем всевозможные испанские формы типа «эс», с которого мы получаем английское «из», с которого мы получаем, в конце концов, скорее всего, в том числе и русское «есть». Так вот, даже этот глагол «эсере» имеет своими корнями устаревший грузинский маздар «эсва», в котором корнем является, разумеется, «эс», и который переводится как «был рожден». «Быть» и «быть рожденным» – это, согласитесь, понятие
абсолютно тождественные. Что такое по-испански «mucho»? Кстати, и по-английски «much» – это «много». «Много» – это некоторое количество. Как можно показать «много»? В частности, смотря о чем идет речь, в частности, можно показать пригоршню, чего бы то ни было. Пригоршня, согласитесь, это уже много. Так вот, по-грузински «мучи» – это и есть «handful», то есть пригоршня. У слова «mucho» и у слова «much» никакой понятной, внятной, прозрачной этимологии никогда не было до сегодняшнего дня. По-испански «абедуль» – это береза. Если мы, а мы имеем уже даже не только право, а уже можно считать, что это наша обязанность, как этимологов, как исторических лингвистов, посчитать испанское слово «абедуль» в качестве грузинского прилагательного «абедули», происходящего от корня «абеди», мы обязаны в этом случае не просто найти слово «абеди» в грузинском языке, но и обязаны найти такое значение для этого слова, которое бы привязало его к испанской березе «абедуль». Такое слово есть, это слово «абеди» из словаря Арианы Чантурия, которое обозначает плесень, которая поражается деревья. Таким образом, «абедули» – это получится нечто, то, что имеет отношение к плесени. А береза имеет к плесени наипрямейшее отношение, потому что так называемый березовый гриб – это один из типичнейших грибов, который, он так и имеет такое название, официально березовый гриб, которым поражаются береза в первую очередь и, наверное, другие деревья в том числе. Итого, абеди – плесень деревьев, абедуль – плесневый, береза таким образом переводится с грузинского языка, испанская береза абедуль переводится как плесневый, имеющий отношение к плесени. В словаре Арианы Чантурия есть потрясающие древние мегрельские формы, о которых не знают ни грузины, ни сами мегрелы, и которые представляют из себя просто сокровищницу. Например, такое выражение, как «агия», здесь корнем является, основой, вернее, является «аги», и переводится как «распростертый». «Агия» – это «распростертый». Этот корень мы можем увидеть в испанском слове «агиля», которая переводится как «орел». И в данном случае суффикс «ил» – это типичный суффикс для грузинских причастий. И основа «аги» мы только что увидели – это «распростертый». Какой орел, как не распростертый, я не знаю. Еще одна потрясающая, еще и потрясающий пример – первым делом все, кто пытается найти индоевропейские параллели в грузинском языке, первым делом набрасываются на слово «хаэри», которое по-грузински обозначает «air», то есть воздух, «аэре» по-испански. Связь, очевидно, ни для кого не сомнена. Единственное, в чем возникает вопрос, это направление заимствования. Кто у кого заимствовал? Грузины в латинском языке или это было наоборот? Так вот, это было наоборот. Европейцы заимствовали это слово у грузинов, и есть тому доказательства. Дело в том, что в грузинском словаре, помимо слова «хаэри», которое является прилагательным по своей структуре, возможно, прилагательным в дальнейшем субстантивизировавшимся, то есть превратившимся в существительное. Но, тем не менее, здесь выступает в качестве суффикса. Корнем здесь является «ха», что оно значит «мы не знаем», но то же самое слово мы видим в «маздаре» или в глагольном существительном «хава», которое обозначает «погоду» или «климат». Однозначно связь между «хава» и «хаэри», и мы видим, что у них общим корнем является корень «ха». Этого корня мы не видим в грузинском словаре, возможно, он уже устарел, исчез и бесследно, следы остались, но в испанском языке никакого подобного корня вам никто из слова «айре» не выделит, ни в испанском, ни в латыни, ни в английском языке. Только в грузинском языке вы увидите, что было источником для заимствования.
по-испански «аламо» – это «тополь». Если мы смотрим, рассматриваем это слово как мигрейское, как грузинское, то есть мы должны признать, что слово является мигрейским, потому что заканчивается на типичный суффикс для типичный суффикс мигрейского прилагательного «ам». Вот вы здесь можете увидеть описание этого суффикса в словаре Отари Каджая. Он соответствует грузинскому суффиксу «иан». Корнем в данном случае будет слово «алей», которое обозначает пламя. Именно от этого слова в дальнейшем произошло русское прилагательное «алей», но об этом потом. А сейчас речь идет о том, что тополь по какой-то причине назвали словом «огненный». С какой стати его можно было назвать «огненным»? Видно на вот этой фотографии. Осенью действительно листья желтеют, либо оранжевеют, либо краснеют до такой степени, что тополя, аламо по-испански, выглядят как будто они объяты огнем. Замечательный мигрельский суффикс «анги» словаря Отари Каджая, который обозначает подобный чему-то или относящийся к чему-то, относящийся к корню, к которому он добавляется, дает нам возможность взглянуть по-новому на целый ряд как грузинских слов, так и испанских. Грузинская рубашка «перанги» таким образом может трактоваться как имеющая отношение к «пери». «Пери» – это цвет, например, цветной в данном случае. Точно так же мы можем трактовать грузинские слова «дуранги», «лумбанги», «нарданги» и постепенно перейти на испанские слова типа «патанго», «битанго», «пачанго», «фанданго», «таманго» и так далее. Тут вы можете уже сами посмотреть, кому интересно, можете посмотреть значение этих испанских слов и сравнить, выделить, убрать суффикс «анг», оставить соответствующие корни, посмотреть значение этих слов в грузинском языке. Я проверял, действительно, это соответствие налицо, может быть, они не 100% однозначны, но, например, в слове «таманго», которое обозначает что-то типа, по-испански это что-то типа каких-то облегающих штанов, так вот, «тами» в данном случае в одном из картвельских языков «тами» будет означать ногу, либо часть ноги. Но теперь мы имеем право везде, где мы не увидели суффикс «анги» или «ангу» или «анга» в любом из языков, мы имеем право его трактовать как мигрельский и работать в дальнейшем, соответственно, с обнажившимся истинным корнем. «Азом» по-грузински означает то же самое, что и по-португальски «асим». «Асим» – это испанское «аси», английское «соу», таким образом. «Азом» и «асим», скорее всего, особенно если они обозначают одно и то же, скорее всего, параллель однозначная и стопроцентная. По-испански «кит» будет «баена», пишется через два «л». «Балена» можно его произнести, это немножко неправильное произношение, но, по крайней мере, здесь понятно, откуда оно происходит, потому что по-грузински устаревшее значение для кита будет «палены». «П» и «Б» – это один и тот же звук, только в разной степени звонкости и глухости. Все остальные буквы и звуки на месте, соответствие полное. «Палены», «баена». «Бастанели» – очень старый, древний. Слово вызывает жуткий интерес в том смысле, что на карте Птолемея мы, помимо тех племен, о которых мы поговорили подробно, можем найти два племени – Бастанети и Бастули. Оба на 1000% имеют картвельское происхождение. Речь идет о стране Бастети, стране бастов. Бастули – это прилагательное от того же самого корня «баст». Тот же самый корень мы видим еще в целом ряде европейских и мировых топонимов, например, грузинский, турецкий Сивас, на самом деле это древние Сабасты, страна бастов. Тот же самый корень мы видим в греческом слове Севастополь, которое распространилось по всему миру, целый ряд топонимов подобных мы имеем.
албанский бастар, украинское племя, таинственное племя бастарды и так далее. Все это один и тот же корень, значение которого мы не знаем, но как минимум в грузинском языке мы видим, что этот корень ассоциируется с очень древними временами. Больше вы этого корня не найдете нигде. Сванский глагол «libre», кто знает сванский язык, он знает, что неопределенная форма глагола начинается чаще всего с приставки «ли», корнем здесь будет выступать «bre», это уменьшать. Отсюда у нас английское «brief» и испанское «breve», которое обозначает «короткий», «маленький». И в грузинском языке мы видим четкую параллель в виде глагола «бра», который обозначает абсолютно то же самое – «уменьшать». И, кстати, этот же глагол в дальнейшем нам послужит в качестве источника этимологии для русского глагола «брать», потому что «брать» – это тоже своего рода «уменьшать», «уменьшать то, что было». Качва по-грузински, грузинский диалект, означает, среди прочего, рубку топором. Качар по-испански – это вырубать топором. Здесь забавный пример. Каландроси по-грузински – это жаворонок. Если мы выделим слово вот так, как предлагается на экране, отбросив первую и две последние буквы, мы останемся с вариантом «Аландро». Так вот, на испанском жаворонок будет именно «алондра». И, соответственно, «каландроси» и «каландрия» совпадают и в полной своей форме. У грузинов, как было сказано, это жаворонок. В испанском языке «каландрия» – это птица, похожая на жаворонка. Здесь соответствие многослойное и с разных направлений. Чаки в грузинском языке – это, среди прочего, трус. Чакаль – животное шакал, по-испански будет чакаль, при этом аль здесь будет выступает четко в качестве суффикса, корнем здесь является чаки, характеризуется, разумеется, характеризуется трусостью. Именно поэтому слово шакал – это достаточно неприятное оскорбление. Чаваль – это по-испански чаваль, а также мы видим вариант, аргентинский и уругвайский вариант чабон, то есть мы видим чередование очень типичное для испанского языка В и Б, то есть не принципиально вообще какая-то буква. Так вот, мы спокойно можем обозначать парень. Спокойно можем искать корень чаб в грузинском языке в том же самом значении и находим его в слове чабуки, здесь корень чаб, ауки – это уменьшительный суффикс, в значении молодой парень. Полное соответствие. Чунго в испанском языке обозначает сложный, усложненный, неприятный и так далее. Чунгали в шанском диалекте грузинского языка – это плохо слышимый звук. Усложненный, сложный, плохо слышимый. Корень совпадает однозначно. Али у нас выступает в роли суффикса. Синсель по-испански – это долото, которое используется в паре с молотком, например, для высечения чего-то в камне. Цинцели по-грузински, тоже пшавские корейские диалекты, как мы видим, обозначают искру. Долото и искра. Долото мы, в данном случае мы можем иметь право трактовать как инструмент, который высекает искру, а он ее высекает. Коль по-испански – это капуста. Происходит от латинского каулис. Мы видим присутствие буквы «у», и это недаром, потому что каули – это по-грузински как раз и будет листья овощей типа свеклы или редиски, то есть капуста. Тут детей нужно убрать как можно дальше от экрана, потому что не просто ругательство достаточно серьезное испанское, но еще и трактовка у него такая. Но лингвист – это как хирург, прошу прощения.
Во-первых, обсценная лексика, ей будет уделен отдельная глава. Это очень важная лексика, без нее это лексика, которая существует с самого момента зарождения человечества, и никуда от нее не деться, и она, это достаточно ценная часть любого лексикона, и игнорировать мы не имеем никакого права. Так вот, слово «конью», причем в некоторых странах словом «конью», в испаноязычных странах люди пользуются достаточно без, не вкладывая туда никакого особого смысла, например, на Кубе, в то время как для испанцев слово «конью» – это, понятно что, это женские половые органы. Вот. Так вот, словом «конью» в грузинском языке называется растение «хемлок». Я сейчас быстро не вспомню перевод «хемлок» на русский язык, но это не важно, потому что слово растение «хемлок» имеет отвратительный запах. Причем описывается этот отвратительный запах английским словом «мусти», мускусный запах. На одной из страниц посвященных женскому здоровью, некто задает вопрос, почему половые органы имеют настолько неприятный мускусный запах. Запах, совпадающий с запахом растения хемлок. Растение хемлок в грузинском языке передается словом «коня», которое означает ту часть женского тела, которым интересуется человек на этой странице. Совпадение абсолютно однозначно, просто замкнутая цепь, абсолютно научная. Копе – это что-то типа паломника для отмеривания вина. Стопроцентная копа, английская cup, кубок, винный. Словом «хор» в сванском языке называется «дверь». И альтернативное название для той же вещи в том же сванском языке будет слово «кораль». «Кораль» в испанском языке – это загон для скота, который тоже, разумеется, запирается на дверь. «Кру» – это по-грузински «жестокий», «круэль» – по-испански, то же самое, что по-английски «cruel» – это тот же самый «жестокий». И морфологически слово состоит из корня «кру» и суффикса «л», поэтому совпадение тоже однозначно. Не совпадение, а соответствие. Это потрясающий пример, про который я даже не знаю, что сказать, я не знаю, как его классифицировать, как серьезную находку, как дичайшее совпадение или как нечто крайне ценное и интересное. По-испански «донде» – это «где». По-сербски «донде» – это «до того места, до тех пор». Тоже, в принципе, «где». Мы можем разделить слово «донде» сербское на два разных слово, особенно учитывая, что переводится «до того места, до тех пор». «До нде». В грузинском языке «мде», а мы знаем, что «м» и «н», особенно в подобных словах, в подобных корнях в мигрецком языке взаимозаменяются, это общеизвестный факт, «мде» в грузинском языке как раз и обозначает «до тех пор», «пока». И таким образом абсолютное получается совпадение «донде» до тех пор пока, то есть «до инде» достаточно дублируют в сербском языке, но сербы об этом не знают, потому что они не знают о картвельском происхождении слова. Короче говоря, происходит, имеет место потрясающий круг, включающий в себя сербский, испанский, грузинский и мигрецкий языки. И трактующий слово «донде» как крайне запутанное, крайне неоднозначное слово с крайне запутанным неоднозначным происхождением. «Пути» на грузинском языке обозначает «дым».
мы также должны принимать во внимание всегда, об этом уже я немножко говорил, греческая буква «фи» в древности произносилась как «пхи», с придыханием. В грузинском языке звука «фы» нет вообще. Там есть именно вот эта вот древнегреческая буква «пхи» с придыханием. При необходимости передать на грузинском языке зарубежное слово, которое имеет в себе «фы», они пользуются именно этой буквой, но как «фы» она не звучит, это «пх», «п» с придыханием. Вот. Но параллель между этой буквой и латинской «ф» она обязательна для этимологов, для исторических лингвистов, эта параллель обязательна. Другое дело, что буква «пх» грузинская может трактоваться и как европейская «ф», и как европейская «п». То есть она может иметь оба значения. Итого, слово «пхути», или, если хотите, «фути», если мы его произнесем на европейский манер, это «дым». Слово «future» или «futuro» в европейских языках однозначно, скорее всего, имеет грузинский картвельский суффикс прилагательного «ур». Таким образом, «футури» или «футуро» мы имеем право поморфемно перевести как «дымовой». Каким образом будущее может иметь отношение к дыму, мы узнаем из достаточно распространенного гадания на будущее по дыму. Таким образом, «future» в переводе с грузинского языка – это «дымное». Как оно связывается, вы видите на этой картине. Для этого есть все элементы. Достаточно редкое испанское слово «гагиар», которое переводится как «распространяться» или «ползти», имеет стопроцентную параллель в грузинском языке в виде маздара «гагеба», где одно из значений будет пробиться, найти свой собственный путь, то есть в том числе в смысле распространиться. То есть либо огонь может найти себе дорогу, найти себе путь, либо вода может найти себе путь. И, соответственно, и то, и другое совпадает со значением слова «распространяться», «ползти». Такое же редкое испанское слово «гандинго», но из-за этого оно не менее ценно в нашем исследовании, это промытая рудная мелочь. В грузинском языке «гандинеба» – это то, что в старогрузинском языке, то, что откуда-то вытекает. Промытая рудная мелочь – это то, что вытекает после промывки руды. «Гангеро» – любитель легкого заработка. «Гангиоба» – корнем и там является «ганг», «ганги» – это то же самое, это предпринимательство в не очень хорошем смысле слова. «Гасапо», или точнее произнести по-испански «гасапо», это «пройдоха лавкач». Испанскую «сета» мы имеем право трактовать как нам заблагорассудится, и как звук «з», и как звук «ц», и как любой из двух грузинских звуков «ц». У нас два звука «ц» в грузинском языке. И вот один из них нам дает, с участием одного из них, мы имеем грузинский маздар «гасапо», где корень тот же самый, что и в слове «гасапо». И если в испанском языке это обозначает «пройдоха лавкач», то в грузинском языке это обозначает практикование, обучение, наработка навыков. Собственно, пройдохи и лавкачи этим всю свою жизнь занимаются. Про гаспачо мы уже с вами говорили. Гас по-баски – это соль. В грузинском языке это же самое слово может быть соответствовать названию древнего грузинского бога Гаци, но пока, поскольку у нас Гаци обозначает не только соль, но еще и энергию сияния, а также сущность, то в этом случае параллель достаточно прямая с богом или с божеством. Но так ли это, наверное, это нужны дополнительные доказательства. Популярное испанское слово «gente» пишется через букву «г», испанское «хэ», английское «джи», обозначает «люди», «народ». Возможно, это слово присутствует, это же самый корень присутствует в грузинском, точнее, мегрецком слове «гентури», которое переводится как «бродящий», «слоняющийся».
что очень хорошо пересекается с понятием народ, особенно в древности, бесцельно бродящий, в целом немалом количестве народов, немалому количеству народов такой эпитет бы отлично подходил, соответствовал древности, но дело в том, что чистого слова корня «хент» мы в мегрецком словаре не видим. Но зато мы видим «хентури», которая является однозначной, для всех, кто знаком с морфологией мегрецкой, однозначной производной от этого корня «хент», которого самого корня в словаре уже не осталось. Но он был. И наверняка испанское слово «хенте» – это его доказательство существования этого слова в древнемегрецком языке. Между прочим, слово «хентури» в дальнейшем нам послужит для возможной трактовки, необычной, неожиданной трактовки названия Аргентина. Здесь стопроцентное совпадение. По-свански это кретин, как мы видим. По-испански хиль – это то же самое. Кретин, придурок. Пишется через «г». Это достаточно спорный, но тем не менее интересный пример. Дело в том, что существует целый ряд таких специфической этимологий по типу, как это было со словом «кенгуру». Кто помнит, существует легенда, существует такая версия, что Кук или кто бы то ни было, кто первый общался с австралийскими аборигенами, показал на кенгуру и спросил, что это, кто это или как называется это животное. Ответом ему было «кангару», что на языке местных аборигенов означает «я тебя не понимаю, я не понимаю, что ты спрашиваешь». Кук же воспринял это как ответ на тот вопрос, который он задал, и назвал животное словом «кангару», «кенгуру». Вот. Возможно, нечто подобное у нас имело место и в Испании, где мы имеем слово «гинда», которое переводится с испанского языка как «вишня». Дело в том, что в грузинском языке словом «гинда», ну, во-первых, в самом словаре вы найдете это слово в значении «как бы вы хотели», как бы вам хотелось, но на самом гораздо более популярный перевод у слова «гинда» – это «ты хочешь», или если то же самое можно задать с вопросительной интонацией «ты хочешь? Гинда?». В данном случае речь может идти об общении продавца с покупателем на базаре. Например, если речь идет о древних временах, когда римляне только впервые попали на территорию Иберии, которая говорила на языках картвельской языковой семьи, человек задает вопрос, вернее, продавец предлагает человеку попробовать фрукт, тот его спрашивает при этом «хочешь?», тот думает, что человек ему называет название этого фрукта. И таким образом это название под этим необычным словом попадает в испанский словарь, в только формирующийся на тот момент испанский словарь древнего испанского языка. Это могло быть так, это могло быть не так, но такая вероятность существует, и о ней достаточно уместно рассказать в рамках нашего проекта. Слово «кера» в грузинском языке обозначает очаг, и, соответственно, керамика. Слово «керам» содержит еще и мегрецкий суффикс прилагательного «ам», и таким образом слово «керамика», которое обжигается как раз в печи, в очаге, получает достаточно четкое, понятное грузинское картвельское происхождение. Кото по-мегрецки – это горшок. В испанском языке мы имеем слово «которра» – это сорока или любая другая небольшая птица, которую мы можем трактовать как сочетание корня «кото» и мегрецкого суффикса прилагательного «ор», соответствующего грузинскому суффиксу «ур». Таким образом, «котори» или «котури» получается птица небольшая по размерам, которая может поместиться в горшок «кото». Например, сорока «которра».
Интересная версия, интересная этимология для слова крокодил, английского crocodile, по-испански, правда, будет немножко по-другому, cocodrilo, поэтому больше здесь, наверное, речь идет о привязке к английскому или к русскому языку. Так вот, грузинское слово крокото, с практически тем же самым корнем, что и крокодил, обозначает цветной. Ну, насколько кожа крокодила можно называть словом цветной и ассоциировать с ним понятие цветной, наверное, каждый сделает, те, кто видели крокодила вблизи, могут сделать свои собственные выводы. Я думаю, что параллель абсолютно легитимная. Еще одна прямая параллель, о которой сразу, которую сразу замечают все, кто начинает работать со словарями грузинского и остальных карфетских языков. Это, кстати, делал в свое время упоминавшийся уже патриарх Кирион. Обращают внимание на соответствие грузинского слова «лекси» и греческого слова «лекс», обозначающего и там одно и то же, имеющее, обозначающее по-грузински слово, и в греческом языке лексика тоже имеет отношение к понятию слова. Но кто у кого заимствовал, в этом весь вопрос. Соответствие это не вызывает вопроса. И вот достаточно неожиданно оказывается, что направление, скорее всего, все-таки не из Греции в Грузию, а как во всех остальных случаях абсолютно наоборот. Для начала, в сванском языке, это уже словарь Аслана Лепартелиани, также очень ценная работа, мы находим глагол «леэкф» в значении «тква» – «говорить». И, а мы знаем, что в сванском языке глаголы начинаются с, либо с «лис», либо с «ле». Это типичная приставка, которая показывает неопределенную форму глагола. Именно поэтому надо было почувствовать в слове «лекси» его потенциальную сванскость. И предположение себя оправдало, потому что, убрав приставку «ле» в этом слове, мы попадаем на корень «кв». А в грузинском слове «лекс», если мы уберем приставку «ле», посчитаем ее сванская приставка, глагольная приставка, мы попадем на корень «кс». Так вот, корень «кс» у нас присутствует в грузинском же маздаре «ксва» или «ксова», одно и то же, которое обозначает «плетение». Таким образом, мы можем трактовать понятие, как и понятие «лейк» в значении «говорить», это переплетение букв, слов и так далее, звуков, то, так и само понятие «лекси» в значении слова, как то, что переплетается, то, что плетется. Поэтому слово «лекси», грузинское слово «лекси», и открывается это через сванский язык, скорее всего, было, является источником для греков, а не наоборот. Поэтому слово «лексика» – это грузинское слово «сванское». По-испански «заяц» – это «лебре». Слово происходит от, как нам рассказывают, из латинского «лепорис», где корнем является «леп». Мы это видим по слову «лепус», латинскому слову «лепус» в значении «кролик». Но в слове «лепори» мы видим явное присутствие суффикса «ор». А суффикс «ор» нам известен только из мегрецкого языка, больше ниоткуда. Это аналог, эквивалент грузинского суффикса «ур», «ури». Таким образом, «лепори», «лепури» получается прилагательное производное от существительного «лепи». И вот «лепи» мы находим в словаре, в мегрецком словаре Отари Каджая в значении «слюна». Каким образом мы теперь можем привязать понятие «слюна» к «зайцу»? Это достаточно серьезный финт, очень сложный фокус, но неожиданно мы это не просто можем сделать, а мы это обязаны сделать. Дело в том, что недавно была обнаружена копия книги 17-го столетия одного английского врача, в котором он убеждал женщин в возможности забеременеть при использовании заячьей слюны. Сегодня это
выглядит достаточно дико, но в средние века мы можем себе представить, что зайцы использовались в качестве источника этой слюны для тех, кто хотел забеременеть. И таким образом лепори или лепури у нас легко превращаются в слюнявый, и слюна таким образом является главной характеристикой, главной определяющей составляющей такого понятия, как заяц, источник слюны для таких жутких целей. Но, тем не менее, этимология достаточно цельная. Локо по-испански, это в Чили, по крайней мере, обозначает тип моллюска. В грузинском словаре слово локо – это catfish. Казалось бы, это сом, но дело в том, что слово catfish уже в словаре английского языка нам трактуется не только как сом, но также как и каракатица, как головоногий моллюск, так называемый cuttlefish. Поэтому эта запись в английском словаре дает нам возможность связать чилийского локо и грузинского локо и посчитать, что они все происходят от одного источника. По-грузински «марили» – соль, причем «марили» является причастием, суффикс «ил» нам на это указывает, корнем здесь выступает «мар», и мы четко понимаем, к какому именно испанскому слову имеет отношение грузинское «марили». Это слово «мар», собственно, источник соли во все времена. Интересно, что у сванов слово «морель», только уже через букву «о», обозначается соляной источник, что нам снова же дает очень четкую привязку к морю, но только уже к славянскому слову «море» через букву «о». И там речь идет о соли. И открывает нам на это глаза снова карцельские языки. По-испански «мохарачо» – это, среди прочего, «клоун». Достаточно редкое слово, но, тем не менее, присутствующее в испанских словарях. Приставка «мо», кто знает, знаком с морфологией грузинского языка, приставка «мо» – это персонифицирующая приставка, обозначающего исполнителя того или иного действия. Таким образом, мы обязаны искать, отбросить эту приставку и в поисках корня обратиться к сочетанию «харач». Вот. Так вот, слово «харачо» в грузинском языке обозначает «подмостки». Более того, мы можем найти еще одно достаточно созвучное слово «харачвели», которое в «раче» обозначает какую-то птицу. Не исключено, что эта птица тоже что-то типа пересмешника, которая тоже имеет отношение к понятию «клоун». Мохатрар или муатрар, более правильное прочтение этого слова, это обманывать. В грузинском языке вы найдете глагол мохатреба в значении diffidence. Diffidence происходит от латинского diffidentiam, что обозначает не доверять. Обманывать и не доверять – это очень близко. Диковинный испанский глагол морихерар обозначает сдерживание чувств. Происходит, скорее всего, от грузинского слова «мориге», которое обозначает «долг», среди прочего. Замечательное слово «мучачо», известное всем и прекрасно. Происходит, как нам утверждают испанские этимологи, от древнеиспанского слова «мочачо». И вот уже этот вариант, в котором мы поменяли всего одну букву, нам показывает, что слово, скорее всего, начинается с грузинской персонифицирующей приставки, обозначающей исполнителя действия. То есть действие, которое мы будем искать, называется слово, в качестве корня имеет слово «чач». И находим мы этот глагол «чачва» сначала в мигрейском языке, где он обозначает грузинское «чочва», и в грузинском «чочва» мы видим, что это «ползти». Таким образом, «мочачу» – это «ползущий», «мучачу» – это мальчик-ребенок, «ползущий» – это его первая характеристика, потому что ползти дети начинают до того, как они начинают идти. Вот такая простая трактовка крайне популярного испанского слова, значение которого они, истинного происхождения которого они не знают.
Мунди по-мегрельски это задница. В грузинском словаре, в статье, посвященной слову «зурги», которая является тоже вариантом для слова «задница», на самом деле это спина или задняя часть, то, что по-английски называется словом «back». Так вот, если мы к слову «зурги» добавим слово «дедамицы» и получим «дедавицы зурги», то мы получим значение «этот мир», то есть задняя часть родной земли, либо задница родной земли, это почему-то в грузинском языке это трактуется как этот мир. К чему это все? А это все к испанскому слову «мундо», которое и переводится на русский язык как «мир». Каким образом задница и мир оказались однокоренными словами, одно, при этом одно происходит из другого, это очень замысловато, но тем не менее крайне интересно. Знаменитый испанский нож «наваха» – это грузинское слово «навахи» в значении «маленькая стрела». Не о чем спорить. Точно так же грузинская лодка «Нави» – это испанский корабль «Наве», и вообще любая навигация и все, что из нее происходит, это латинское слово, не только испанское. Но корнем является грузинская «Нави» в значении «лодка», которая является производной от грузинского же корня «ни» в значении «вода». Но этот корень очень таинственный, его по словарям восстановить очень сложно. Фантастически интересная статья, посвященная сразу происхождению сразу двух слов. Русскому слову «ночь» и, разумеется, соответственно, испанскому слову «ночи». Сначала мы здесь должны были убедиться, что стартовую «но» мы имеем право трактовать как приставку, как это ни странно. Как мигрельскую приставку, при помощи которой мигрелы, она соответствует грузинской приставке «на», и при помощи которой мигрелы строят либо нечто, то, что было раньше, либо просто строят при помощи причастия. Так вот, например, слово «ночвери» в мигрельском языке означает «насви». Соответственно, «насви» происходит от грузинского корня «цва» в значении «сжигание», «выжигание». И на «цваве» отсюда будет «сожженный», «выжженный», то есть превратившийся в абсолютно черный цвет. И отсюда, именно отсюда и проистекает понятие слова «ночь». Слово «ночи» испанское, как и русская «ночь», содержит в себе мигрельскую приставку причастия «но» и первую букву мигрельского корня «чи», имеющему отношение к сжиганию. Вот так вот непросто. И, кстати, древняя русская корыта «ночва» или украинская, древнеукраинская корыта «ночва» имеет абсолютно ту же самую этимологию, имеет отношение к выжженному, потому что корыта, по крайней мере, такого типа корыта, выжигалась, изготавливалась путем выжигания из цельного куска дерева. Парки. Английская парк, испанская парки – это мешок, карман, воспринимайте как хотите. То есть то, куда что-нибудь можно положить или поставить. В данном случае нас не интересует парк в значении парка как сад или как место отдыха. Нас интересует английское значение глагола «to park». Положить куда-то или поставить куда-то что-то. Связь прямая, и при этом связь между английским парком и испанским парком точно такая же прямая. Поэтому можем считать это официальной этимологией для этих слов.
Испанцы утверждают, что они имеют свою собственную этимологию для женского имени Пилар, популярное испанское имя Пилар. Я даже не стал запоминать, что они предлагают, потому что на испанском языке Пилар – это губы, что уже может быть более женское. Пирели на греческом языке обозначает цветущий, имеющий отношение к цветам. Это с одной стороны, с другой стороны пирели по-мегрецки это апрель. Апрель и пирель это, скорее всего, мало кто будет спорить, что это одно и то же. Что из них произошло откуда, тоже ясно и понятно. Пирели мы можем объяснить как имеющая корнем пири в значении цветок, а апрель мы не можем объяснить никак. Выражение, испанское специфическое выражение «фулано и менгано», когда речь идет о двух людях, понятия не имеем, кто они такие, но их нужно назвать какими-то словами. Вот их в данном случае называют словами «фулано» и «менгано». В грузинском языке существует достаточно полный эквивалент «плани да пистани». В данном случае налицо соответствие «фулано» и «плани». Но если слово «фулано» мы не можем объяснить никак, то слово «плани» с грузинского языка переводится достаточно четко. Оно имеет отношение к глаголу «пла» – «хоронить». И, соответственно, «плани» – это будет «гробовщик». Таким образом, в грузинском языке мы можем это объяснить, в испанском мы объяснить эквивалент этого же слова объяснить уже не можем. Поэтому направление заимствования ясно и понятно – из грузинского в испанский. Грузинское слово «барем» означает «nevertheless». В португальском языке слово «порем» пишется практически так же, но только первая буква «п», вторая «о», означает то же самое, «nevertheless», однако «барем» и «порем» практически одно и то же, параллели до сих пор не видел никто. Риони – это река в Эмирете или просто большое количество воды, но при этом мы понимаем, что слово «риони» представляет из себя слово, состоящее из двух или даже из трех морфем на самом деле. Мы здесь видим присутствие суффикса «он», и отбросив его, мы имеем право попасть на более короткий корень, который, скорее всего, в данном случае будет корнем «рио», и таким образом испанское слово «рио» в значении «река» имеет свое полное зеркальное отображение в картвельской языковой семье и с направлением заимствования, наверное, тоже понятным. В самом начале я вам обещал рассказать о румбе, каким образом кубинская и африканская румба связывается с исландской румбой через грузинский язык. Румба на Кубе – это барабанная полиритмия. Румба в исландском языке, а почему исландский нам так ценен, об этом будет отдельный рассказ, будет целый отдельный сравнительный анализ исландского и грузинского языков. Так вот, в исландском языке румба означает ливень, проливной дождь, что достаточно пересекается с понятием барабанная дробь, полиритмия. Оба эти слова, и кубинское, и исландское, корнями находятся в мигрельском маздаре румбуа, который обозначает «сильно бить». Замечательное слово «сауме», испанское слово «сауме», в котором которое переводится как «окуривание», в котором мы четко видим отлично всем известное испанское слово «умо» – «дым», но в присутствии какой-то непонятной
не испанской приставки «са». В испанском языке приставки «са» нету. Так вот, в испанском нету, а в грузинском есть. И мы с ней уже познакомились. При помощи этой приставки мы в грузинском языке строим абстрактные понятия. Окуривание как раз и есть абстрактное понятие. Происходит от слова «дым», «задымление». Так вот, если мы будем брать в качестве корня нечто подобное на «ум» в грузинском и построим грузинское абстрактное существительное на «са», у нас получится именно сахуме в значении окуривания. Я уверен, что если копнуть глубже, мы найдем и грузинские корни для грузинские следы для корня умо, но это, наверное, дело будущего. Еще одно диковинное слово «сабамбе» в Доминиканской Республике, испанское слово, обозначающее драку, свалку, и оно тоже может представлять из себя ту же самую картвельскую абстрактную приставку на «са» с корнем «мбамб», такой диковинный корень, но этот корень существует. Такое название «мбамба» носит рыба, это африканский аналог пираньи, очень хищная и очень легендарная рыба, которая водится в реке Конго, если не изменять, да, в Конго ее называют «мбамба». Таким образом, и можно себе представить картину, что будет, если бросить в стаю этих рыб, бросить кусок мяса, наверное, будет приблизительно то, что в испанском языке называется грузинским словом «самбамбе» – «драка-свалка». По-другому вы не объясните это испанское, редкое испанское слово абсолютно никак. То же самое «самбумбе» – точно такое же слово, тоже грузинская конструкция с африканским корнем, а слово из испанского словаря. Это «самбумбе» – овощное блюдо из бананом или тыквы, а также смесь и мешанина. Ищем слово «мбумба» и находим его в историческом словаре Малави, африканской страны Малави, в котором слово «мбумба» называют женских членов семьи. Женские члены семьи – это как раз те, которые люди, которые занимаются овощными блюдами из бананов или тыквы, или вообще кухней. Поэтому «самбумбе» наверняка – это просто то, что произведено женщинами в семье. То есть еда, кухня и все остальное. Смесь мешанина здесь тоже может иметь какое-то интересное значение. Слово, это смелая гипотеза, смелое предположение. Пусть оно пока останется в качестве именно такого предположения, настаивать не будем, но если это окажется правдой, это будет очень красиво. Испанское слово «сангре» – это кровь. Если мы его наберемся смелости трактовать как то же самое грузинское абстрактное существительное «наса» с корнем «ангр», то мы попадем на шикарное слово «нгери». Согласно «э» в данном случае абсолютно логично будет усечена. В грецкий и в прочие картвельские языки любят очень сильно выбрасывать гласные из своих корней. И таким образом «сангре» можно будет трактовать там, где «нгре», там, где «нгери». «Нгери» в данном случае это то же самое, что и «мгели». «Мгели» – это волк. То есть «сангре» как кровь мы можем трактовать достаточно безупречно с морфологической точки зрения. Мы можем трактовать как там, где волки. Там, где волки, равняется кровь, понятие кровь. Смело, но безупречно, придраться не получится. По-грузински «сила» – это песок, и отсюда мы напрямую можем вывести все европейские слова, которые связаны с кремнием. Это и «силекс», и «силисе» по-испански, и любые слова, которые содержат тот же самый корень. Но параллель между песком и кремнием прямая, и то, что это именно этот грузинский корень, сомнений не вызывает. Грузинский глагол «телва» переводится как производство фетра из шерсти, то есть сбивание шерсти в войлок.
если мы выделим здесь корень, корень здесь будет tell. Tell в испанском языке имеет прямое отношение к слову tela, которое переводится как полотно. Очень любопытно, наверное, более забавно, чем научно, хотя с научной точки зрения вы здесь тоже не придеретесь. Это этимология для слова testiculo, то же самое, что по-английски testicle. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Так вот, если мы будем разбирать слово testiculo, представлять его в виде картвельских морфем, у нас получится, во-первых, прилагательное testiculi от основы testiki. То есть расшифровывать нам тогда придется слово testiki. Что такое testiki? Это тот же самый корень, что в слове в Маздаре tesua. Корень tes – это семена, осеменять в том числе. Tesia, соответственно, это посеянный. И tesli – это семя. Корень во всех трех словах – это корень tes. Тот же слове, что, корень, что в слове testiculo. А словом «тики» у нас, как мы видим, в грузинском языке передаются всевозможные мешочки. Мех для вина, волынка и, кстати, медицинский ассыт, который обозначает нечто вздувшееся. Таким образом, все очень здорово. Тестики получается мешочек для семени. Ну и, соответственно, тестикуло – это, вы знаете, что такое, это мужские яички. Не упомянули мы еще один важный испанский топоним, древнюю испанскую столицу Толедо, которая в древних источниках по латыни запишется как Толетум. Отбросив латинское окончание «ум», мы попадаем на четкий грузинский топоним Толети, страну Толи. Что такое Тол по-свански, мы видим, это кремень. При каком отношении, почему Толети, то есть Толедо, это страна кремня, становится понятно, если мы пойдем в местный музей. Я был в местном музее оружия, посвященный знаменитой Толецкой стали. Толецкая сталь считалась одной из самых лучших марок стали в древние времена. И секрет Толецкой стали был именно в том, что при ее изготовлении в нее добавлялся кремний. Кремниевые карьеры вы сейчас найдете в достаточном количестве вокруг древней столицы Испании Толедо, страны кремния. Очень любопытно, по-грузински «трабаха» – это хвостун, по-испански, как мы знаем, «траваху» – это работа, «траваху» – работа, «травахар» – работать. Так вот, у испанского же глагола «хактар» в значении «хвастаться» есть и другое значение, которое обозначает двигать, передвигать что-то, то есть работать. Таким образом, слова грузинская «трабаха» и испанская «травахар» в разных значениях сходятся вместе через испанское «хактар». Испанский лук «себоя», она же украинская «цибуля», происходит от латинского «цепа», значит, в том же самом значении «лук», как там говорится соответствующая статья в Википедии. В словаре Усабы Арбелиани, в грузинского языка, в древнем словаре, находим хорошее слово «цепхи», которое обозначает плохую землю, на которой, скудную землю, на которой, наверное, вряд ли что-то можно вырастить. Так вот, когда люди сталкивались с подобной землей, единственное, что они сели на такой земле, был как раз лук. Таким образом, слово «севоджа» или «цибуля» и латинская «цепа» мы можем проассоциировать с грузинским «цепхи» в значении «плохая земля», то есть то, что относится к скудной земле.
Здесь речь идет об этимологии общелатинского слова «océano», испанское «océano», английский «ocean», русский «океан». Причем русский океан тут у нас получается ближе всего. Так вот, по-грузински слово «океан» будет «океаны». Океан и океаны, никто не будет спорить, что это одно и то же. Но грузинская конструкция потрясающе распадается на очень четкие морфемы и сама по себе соединяется в очень четкую морфологическую конструкцию. У отрицательная приставка, которая в сочетании с окончанием «э» дает нам абстрактное понятие. Корнем нужно искать слово «кианы». Так вот, в словаре, в этимологическом словаре у Климова мы найдем общий картвельский корень «киан», который обозначает «качаться». Таким образом, у «кианы» это будет состояние покоя, то, что не колышется, не колеблется. Например, не знаю, как насчет, конечно, всех океанов, но именно Тихий океан как раз и назвали таким словом «тихий». Это самый большой из океанов, в который пребывает, по наблюдению моряков, пребывает в достаточной степени в таком состоянии абсолютного покоя, в состоянии некачания. Именно таким образом трактуется морфологически грузинское слово «океаны», из которого, разумеется, произошел и «океан», и испанское «océano», и английский «ocean». «Вацли» – это маленькая лодка. Из всех значений нас интересует только маленькая лодка. Почему нам это интересно? Потому что название «Барселона» мы имеем право трактовать, во-первых, стартовую «Б» мы можем трактовать как «В», для этого это нам позволяет неоднозначность греческой «беты», и наследованная испанским языком, а присутствие буквы «С», а не какой бы то ни было другой, точно так же в названии «Барселона», точно так же нас наталкивает на то, что это, возможно, заимствовано именно «С». В грузинском языке, например, мы имеем целые две буквы «С», а для такого языка, как испанский, и, например, для такого языка, как греческий, эта буква нетипична вообще, ее там просто нет. Поэтому слово «варсли», которое само по себе является усеченным «варцели», это однозначно происходит от корня «варц», это скажет любой человек, который разбирается в грузинской морфологии. Окончание «она» у названия «Барселона» типично «ласка». Как я уже говорил, сами лазы называют, например, свою собственную страну «лазона». Соответственно, «Барселона» мы имеем право трактовать как страна маленьких лодок, либо порт, в котором собрали, порт, деревня, все что угодно, в древности это могло быть все что угодно, в котором были собраны именно маленькие деревянные лодки. Это возможно. Никто не утверждает, что это было именно так, но такую этимологию мы с сегодняшнего дня обязаны учитывать, этимологию для слова «Барселона». Слово «верана» по-грузински, среди прочего, обозначает опустошенный от людей, ненаселенный, не занятый людьми. А по-испански «верано», как известно, это лето. Лето, как известно, в Испании крайне жаркая пора. Сиеста у нас, в сиесту вы не увидите никого на улицах, и улицы становятся именно вот такими uninhabited, ненаселенными, опустошенными. Поэтому, скорее всего, испанское слово «верано» происходит именно от этого грузинского слова «верано». Это интересный пример, он описывает нам, здесь речь идет об этимологии для общелатинского слова «virgine» будет по-итальянски, «virgen» по-испански, «virgin» по-английски, «девственница». Начинается, возможно и скорее всего, с типичного грузинского префикса «ver» в значении невозможности действия. «Вер» словно не переводится, но указывает на невозможность действия, добавляется к глаголам и глагольным формам. Таким образом,
мы возьмем для анализа итальянское слово «вергине», пишется через букву «G». Таким образом, нам нужно искать значение корня «гин». И мы его находим в грузинском маздаре «гинеба», которое переводится «бесчестие» или «обесчестить». А в дополнении с префиксом «вер», который обозначает невозможность этого действия, невозможность бесчестия, мы получаем девственницу «вергине». Испанский город Уэльва в Андалусии на юге абсолютно соответствует мегрецкому маздару Уэльва. Даже «л» здесь будет мягкая, потому что в мегрецком языке «л» мягкая. Уэльва. Уэльва по-мегрецки обозначает «сияние». А с какой стати вдруг называть топоним в Южной Испании, ассоциировать его с понятием сияния, становится понятно, как только мы узнаем, где именно находится Уэльва. Уэльва находится на побережье, которое называется Коста дель Соль, побережье солнца, поэтому и сияние. Я уже рассказывал, останавливался вкратце на проблеме ипсилона. Дело в том, что греческий ипсилон был заимствован, который в древнегреческом обозначал звук «у», был заимствован в латынь как звук «и». И после этого мы потеряли правильное направление для огромного количества всевозможных слов, названий и топонимов. Нас отправили в абсолютно не... В неверном направлении. Поэтому мы теперь все слова, которые пишутся через Y или через английское Y или через греческий Y, мы изначально обязаны их трактовать как слова, содержащие звук U, а не звук I. Особенно это касается тех слов, которыми мы привыкли, что они пишутся через обычную I, но иногда, особенно в средневековых текстах, мы вдруг встречаем эти слова, написанные через Y. И это нам вдруг внезапно открывает глаза на их истинную этимологию. Оно нам подсказывает, что в данном случае мы должны трактовать эту букву, которую мы всегда трактовали как «и», трактовать ее как «у». И это нам открывает кучу новых возможностей. Например, испанское слово «иглесия», которое переводится как «церковь», по крайней мере, в этой книге источник здесь указан, и этих примеров, поверьте, достаточно много, в средние века писалось через Y, через букву Y греческую. И, соответственно, мы должны читать это слово, обязаны читать это слово как «углесия». А «углесия» для картвельского уха звучит очень естественно, как картвельская конструкция, начинающаяся с отрицательной приставки «у», которая переводится на русский язык как «не». Таким образом, «углесия» – это нечто, что имеет в себе, корнем имеет слово «гле», или всего две буквы «гл» в данном случае тоже могут подойти. В данном случае нам нужно искать соответствующий корень. И корнем этим, скорее всего, является «мастар гла», глагол «гла» в грузинском языке, который в древнегрузинском означал «печаль, горе». Но в сочетании с отрицательной приставкой «у» мы можем его, во-первых, трактовать как отсутствие печали, отсутствие горя, но более точной будет трактовка в противоположном значении. Дело в том, что приставка «у» не всегда означает отрицание в грузинском языке, а в сочетании именно с окончанием «си» она формирует превосходную степень прилагательного. Например, если «ламази» – это красивый, то у «ламазеси» получится наикрасивейший, самый красивый. И если у нас «гла» имеет отношение к печали и к горю, то «углеси» – это будет наипечальнейший. И в данном случае церковь, как наипечальнейшая из мест, спокойно может рассматриваться именно с этой точки зрения этимологии. Об этом примере мы поговорим. Это потрясающий, сумасшедший пример, который имеет больше отношения к Южной Америке.
в предыдущем слове, примере у нас слово «иглесия» было написано через «y», а здесь у нас через «y» написано слово «индио», «индеец». Никакой это не «индио», это «ундио», который относится к древнему грузинскому слову «ундо», которое обозначает ненадежный, бесполезный, незначительный, простой. Вот кто такие на самом деле индейцы. Никакой Индии, никакого отношения они не имели. Возможно, ни в какую Индию Колумб и не собирался плыть. Но об этом мы поговорим более подробно в разделе «Южная Америка». И еще один потрясающий, замечательный, необыкновенный пример – это испанский популярный глагол «сапатеар», который обозначает «бить ногами по полу». При этом из этого же глагола, разумеется, этот глагол является однокоренным с испанским всем известным словом «сапато», которое обозначает «туфлю». Но дело в том, что «сапатеар», в слове «сапатеар» корнем, а это, как я уже сказал, стучать ногами по полу, корнем должна быть «нога». Этим корнем является слово «пато», которое здесь у нас находится в середине. «Пато» – это нога или лапа. Вот как мы видим в один из примеров. «Де пата» – это бить кого-то или что-то ногами. В данном случае нам мешает, очень сильно мешает приставка «са» или «ца», если мы ее можем на нее смотреть с картофельской точки зрения, как на «ца». Она нам мешает в том смысле, что в испанском языке такой приставки нет. Но в грузинском она есть, и она крайне распространена. Приставка «ца» она обозначает огромное количество вещей. В частности, она выступает формандом совершенного вида глагола. И в данном случае она была заимствована в испанский язык из грузинского языка без того, чтобы понимать, что она означала, не понимая значения этой приставки. Таких глаголов на самом деле в испанском языке более одного. Они тоже начинаются на именно эту же грузинскую приставку «ца», и корнем в них нужно рассматривать то, что идет в середине слова. Хотя испанцы не имеют ни малейшего понятия насчет этого. Для них «са» ни с какой точки зрения не может выступать в качестве приставки, а для нас может. Еще одно редкое слово, но очень-очень интересное испанское слово «сулар», в значении «ошибаться». Снова же мы имеем право воспринимать букву «цета» в значении грузинского звука и буквы «ц», и в данном случае мы выходим на грузинское слово «сули» в значении «ребенок». Завести ребенка и ошибиться – это очень близко. Итого, мы доказали, что баский язык находится в прямом родстве с картвельской языковой семьей. И кроме того, мы доказали, убедились, что вся остальная Испания практически в той же самой степени имеет отношение к той же самой картвельской языковой семье. Как современный испанский язык, так и, скорее всего, все те древние иберийские языки, которые были родственны баскскому языку и на которых говорила вся оставшаяся часть Испании. Таким образом, испанская Иберия оправдала свое картвельское иберийское происхождение в достаточно полной мере. Что же мы можем сказать по поводу оставшейся части древнего мира, который находился между Западной и Восточной Ибериями, и который точно в той же степени, что и Грузию с Испанией, мы можем причислить, имеем право причислить точно к таким же картвелам с языковой точки зрения, к нациям, которые в древности говорили на том или ином языке из картвельской языковой семьи. Многие из этих языков до сегодняшнего дня уже не дожили. Речь идет об огромном регионе, который находится практически везде между
упомянувшимися двумя Ибериями. Это вся Северная Африка, это вся территория, древняя территория сегодняшней Турции, это Италия, это Греция, это Адриатика, это юг, центр и местами даже север Франции, это Британия с Ирландией. Отдельный очень интересный разговор. Это Центральная Европа, это Ближний Восток и не попавшая сюда на карту территория вплоть до Северной Индии. Но наиболее интересным рассказом, наиболее полным рассказом по понятным причинам оказался рассказ о родной для проекта «Между двух Иберий» для его автора, мой родной, моя родная страна Украина и мой родной город Днепр, который был известен до последнего времени как Днепропетровск. Находок в рамках проекта «Между двух Иберий» в украинском и в русском языке, а также среди украинских и даже русских топонимов оказалось больше всего. И по ним рассказ будет самый подробный, но он того стоит, вы не пожалеете. Ари, чвени си цоцхале, чити вид гагу приндеба.